Чую. Чую просрочку. Кофе бережно пересыпь себе в пакет. А товар где? Не знаю. Ну, как не знаю. Вот, так, вот я стою, да, да. Вот, вот, пересыпаю кофе. Бар говорит 30%. Глобус говорит 60%. Какая ваша ставка? 50%. 50% вам надо? На кресле, в машине, как сейчас именно время такое. Потому что вы меня отвлекаете, я пытаюсь сделать и пойти разобраться именно с этой проблемой. Да процессом. У вас с мая просрок, что вы там говорите? Напорный или еще что-то. Да это просто пример. Вы конфеты куда дели? Вы говорите, вам возврат делают. Съел, говорю. А вызови охрану, пусть они разбираются. Сейчас она мне будет делать полный возврат. А, просроченный. Полный возврат. Полный. Всего хорошего, не травите граждан. До свидания. До свидания.